Нам не пройти, пока этот уродец швыряет булыжники. Надо подойти ближе. Хм.
То, что оставило эти следы, снесло те деревья, будто веточки. Будь осторожен. Я всегда осторожен. Походи, это серьезно. Нашел, что кинуть в очищающий пруд? Тупик. Куда теперь? Смотрите, вот так затычка. Это была шутка. Ты уверен? По-моему, смешно. Пойдемте взглянем поближе. Один, чтоб его. Мы смогли бы перебраться на ту сторону, если бы тут была вода. Больно бьют!
гады! Сейчас взорвется! Интересно, если открыть плотину, вода вернется обратно в реку? Интересно, что за ними? Подъемник, может, доставит нас к плотине? Мысль о том, что все живое здесь гибнет от жажды, просто сводит с ума. Используй гнев, не давай ему управлять тобой. Будь начеку, рядом Сейдар. Надо снять их темные чары. Слева! Еще враг! Обойди блок! Алка! Алка! Эти сейдеры, им словно становится легче, когда они умирают. Жутковато. А где дверь? Как же без нее попасть внутрь? Что-нибудь выяснил? Еще треки. Он так сожрет тут все живое. Надо его выследить. Есть нёки! Готовься! Алка! Ух!
Нёка лечит всех! Осторожно, сзади! Еще Дрейки! Он так сожрет тут все живое. Надо его выследить. Это песня Нёки? Нёка лечит союзников песней! Палка! Лежи и молчи! Может, надо повернуть маховик? Кажется, тут нам не пройти. Пока не пройти. Стойте! Мне есть о чем рассказать. Что такое? Это сказ о сражении. О светловолосой женщине, которая дала бой
сильнейшему из богов. Какая женщина? Объясни. Но подробностей я не помню. У меня была кружка меда, и я радовался. Да, я собирался пойти на мировую со старым другом, но произошло что-то ужасное. Боюсь, что-то ужасное — это твоя погибель, друг. Это еще не все. Три пруда. Я точно видел все три. Прошу, помогите мне помириться с другом. Помогите мне вспомнить. У меня хорошее предчувствие. Думаю, он что-то знает о маме. Или нет? Больше оптимизма, брат. Вдруг ответы ближе, чем ты думаешь. Все-таки там что-то мешается. Оно должно крутиться. Да, движется. Может, теперь можно попасть куда-то еще? Я готов выпить в следующей жизни. Воды стало меньше. Теперь можно перебраться. Дрейк ел здесь. Будь начеку, когда начнется бой, придется действовать быстро. Приготовьтесь. Я помогу. У меня стрелы. Уже не везет. Еще один. Go!
Огнем! Приготовьтесь! Я помогу! Вот же не весел! Еще один! Читом! Плотина открыта. Прожорливый Дрейки мертв. Джунгли начинают возвращать себе былое величие. Мы немного сократили число драконов в этом кратере. Я уже слышу разницу. Местным зверям теперь не так страшно. Смотри, видишь? Вода пошла. Ты открыл путь в воде. Только чтобы мы смогли пройти дальше. Да, но раз есть вода, теперь здесь снова появится жизнь. Мы исцелили эту землю. Я к этому не стремился. Да что ты за сухарь? Порадовался бы.
Раз уж перед нами открылись новые пути, я предлагаю прогуляться. Мы идем искать, а не гулять. Ну прекрати. Ты никогда не любовался пейзажем? Просто так, не в поисках сокровищ. Сокровища тоже неплохо. Вы с ним оба безнадежны. Похоже, нашими усилиями природа снова оживает. Рановато я это сказал. Дракон уселся вон там. Поищем путь наверх. Оборотень! Слева! Осторожно! Сзади! Ah!
почувствовал. Стойте! Что тебе нужно? Ты отец? Да. Значит, ты поймешь меня. Мой сын – это игрушка для него. Но теперь его нет. В тот день было столько смерти и страха. Я был в ужасе. Искал своего мальчика. Помогите мне встретиться с ним, Фольфман. Мы же ему поможем, да? Что последнее ты видел, дух? Изваяние двух драконов, отвернувшихся друг от друга. Одиноких, как мой сын. Эта игрушка отведет меня к нему. Подобных историй в долине много. Родные и влюбленные, разлученные смертью. Мы должны помочь ему. Согласен. Правда? Я думал, ты скажешь что-то вроде «мертвым искать друг друга незачем». Не в этот раз. Игрушка. Ее надо починить. Думаю, этот путь приведет нас прямо к гнезду дракона. Да. Хотел убедиться, что ты знаешь, куда идешь. Спасибо. Thank you.
весьма неосторожный. Почему? Мы нашли его жилье. Хм. Видимо, здесь неукротимая ярость переводит дух. Может, дождемся ее? Устроим засаду? Она не придет, пока мы тут. Она умна. Надо как-то преодолеть эти заросли. Путь свободен. Ах!
Огр, нам не пройти, пока этот уродец швыряет булыжники. Надо подойти ближе. Никак не ранить! Видно, его защищает какая-то магия! Вызывает огоньки! Подарочек для пруда. Давненько мы не были у того пруда, брат. Huh!
Идем дальше, уткнемся прямиком в этого огра. Мы точно готовы? Бьемся! Да, я понял! Ура! Наша ушлая ты скотина! Улетел на свой насест! Пойдем за ним! Теперь ты вернешься к сыну. Спасибо. Скорее бы снова его увидеть. Отдам ему подарок
Я расскажу об отважных героях, что помогли мне. А теперь ты нам помоги. Что ты видел в тот день? Да, я припоминаю. В тот день, когда долина была уничтожена, Дор махал молотом по всему городу. Все были в ужасе. А затем рыжеволосая воительница встала у него на пути. Начался бой. Храбрая была женщина. Эта рыжеволосая воительница должно быть Фей, брат. Да, мама билась с Тором. Не пойму, храбрость это или глупость? Мало кто оставался в живых после драки с Тором. Фей никогда о таком не рассказывала. У всех есть тайны. Мы не знаем точно, была ли это Фей. Да, и есть лишь один способ узнать, брат. Славно. Теперь ты сможешь открыть ворота, не опасаясь камней.
Где мои песочные часы?
находка. Теперь можно и на пруд заскочить. Фу! О, цветок. Навскидку румяница. Могила берсерка. Приготовься к бою. Еще одна надпись. Последний ингредиент. Здесь должен быть еще ингредиент. Встреча Яри и Собра. Ах да. Так вот, они решили, что лучше странствовать вдвоем. Вместе веселее. Да. Они быстро прикипели друг к другу. Их трапезы вошли в легенды. Говорят, после ужина с ними можно было не есть еще пару недель. Это был последний ингредиент. Отнесем все к котлу в Мидгарде. Кажется, можно пристать к тому берегу. Смотри, вернулся! Мы найдем путь наверх. Брат, сзади! Thank you.
сюда. О, нет. Поднажмем. Быстрый!